Привет, я Екатерина. Я из Ростова-на-Дону, мне 30 лет. Но мое хобби – танцы. Я люблю танцевать. Раньше занималась этим go-go, а теперь разные, там, веб-дизайнером работаю. Ну, я мечтаю чаще путешествовать, чтобы коронавирус прошел и чтобы больше возможностей было. Замечательная мечта, давай опять. Я за. Ну, чтобы свободнее можно было передвигаться и лететь куда угодно. Какой вообще должен быть мужчина? Он должен быть спортивный, с длинными волосами. О как! То есть как Тарзан, да? Да, да. Так, а еще? Ну, добрый, щедрый, ну и понимающий. А по внешности именно вот на кого из звезд должен похож быть? Ну, Аквамен, к примеру. Сколько мужчина должен зарабатывать? 200 тысяч. Отлично, мне нравится. Что бы ты поменяла бы в своей внешности? Ничего, кстати. Это в подростковом возрасте. Ты там комплексуешь, думаешь, что поменять, а когда вырастаешь, уже как-то больше любишь себя. Угу. То есть ты можешь сказать, что ты красивая? Да, не стала бы. Раньше думала о всяких пластических операциях, сейчас нет. А что бы ты хотела? Думаю, что пожалела бы. В детстве что ты хотела поменять? Какие операции хотела сделать? Там губы, может, грудь, не знаю. С каким ты можешь себя ассоциировать персонажем? Ну, я смотрела «Король лев», не знаю, с кем, с львенком. С львенком? Да потому что у тебя такая пышная прическа. Ну да, может быть. Чем ты отличаешься от других девушек? Чем ты лучше других? Ну, я думаю, потому что я высокая, у меня много волос. И... Не знаю, красиво. Я люблю снимать тиктоки. Ты тиктоки? Забавные, да. Сколько у тебя подписчиков? Это мало еще. Мало? 1270. А сколько цель? Ну, сначала, к примеру, 50 тысяч, потом дальше, не знаю. Вот видишь, я нашла твою цель. Заметь, я нашла твою цель. Оказывается, ты просто хочешь много подписчиков, много внимания и развивать тикток. Да. Давай что-нибудь, что ты именно снимаешь? Ну... Вообще танцы в основном. Танцы? Или просто позирую. А, то есть ты показываешь свою внешность под музыку, да? Да, ну часто танцую там.